устали умирать на войне, получать пулю в лоб. Чего? Подрываться на мине. Пиздец. Гореть в танке или участвовать в перестрелке в горячей точке. Настало время это прекратить. Мы представляем домашнюю войну. Теперь каждый человек может воевать, не выходя из дома. Пойдем со мной, я покажу тебе мир безопасной войны. В войне на удаленке вы можете воевать прямо у себя дома. На кухне, в туалете, в ванной, в огороде, в бане, в гараже, в Госдуме, в дурдоме и даже в Челябинске. Пойми, война в реальности — это прошлый век. Домашняя война — вот что тебе нужно. В войне в реальности ты будешь проливать кровь. Ради чего? Кстати, у диванных войск есть теперь свой флот и авиация. Серьезно? Более чем. Кроме того, чтобы попасть в войну на удаленке, тебе даже не придется служить в армии. Воевать здесь может богатый и бедный, здоровый, больной, наркоман, алкоголик, где-то в жопу, румын, индус и даже женщина. Реальная война, что может быть хуже? Даже Хемингуэй говорил: «Прощай оружие». А люди все равно продолжают воевать и воевать. Даже работа перешла на удаленку. В школах вели дистанционное обучение. Но люди воюют и воюют. Вот смотри, близкий контакт, реальный бой. Он может заразиться. В домашней войне такого не будет. Понимаешь? Вирус, карантин. Люди этого не понимают и продолжают воевать. Кстати, тебе не надоело исполнять идиотские преступные приказы своих главнокомандующих? Вот, в домашней войне ты сам будешь давать себе идиотские преступные приказы и исполнять их. Это ли не круто? Чтобы победить в войне на удаленке, тебе не нужно никого убивать. Ты можешь победить противника в бою, а потом победить его еще раз. Оу, Что же это за война такая? Здесь ты можешь сбивать самолеты, вертолеты, корабли и танки. Парни, так это же War Thunder. Драйвовый онлайн-экшен про военную технику. Прокачивайте управляемые ракеты и тепловизоры. Изменяйте самолеты и корабли крутыми скинами, чтобы другие завидовали. Участвуйте в замесах на всей земле. От времен Второй мировой до Холодной войны и современности. Вообще-то War Thunder — топовая графика и продвинутая физика. Можете ломать стены, избушки. Парни, здесь можно сломать вообще все, что угодно. И даже туалет, гребаные бабки? Да, и даже туалет. Сбивайте вертолеты из танка, отправляйте на дно огромные крейсеры. Устройте, короче, настоящую бойню. Качайте War Thunder бесплатно по ссылке в описании и хватайте козырные бонусы для легкого нагиба. Домашняя война действительно круче, чем реальная. Слышь, дай следующий пойду. А? А чё это ты следующий? Да то я следующий. А чё, кроме вас больше нет никого? Ну, кнопка! Да. Человечество уже не исправить. Блядь! Давай! Ты пусть зашел, долбоёб! По тексту!